Приветище! Сейчас мы находимся с тобой на ферме слаймов у Моти. Не у меня дома, у Моти мы находимся. Нам дали апгрейдженную пушечку. Видишь, она уже такая немножечко другая, не такая, как обычно мы с тобой привыкли увидеть. И сейчас мы с тобой отправимся в какие-то новые локации, где мы встретим очень скоростных ртутных слаймов. Так, ну давай начнем, наверное, вот с этого телепортика. Прыгаем туда, хлыбыщ. Оба. Добро пожаловать в Шуструю долину. А сейчас включи генератор и заставь этих ртутных слаймов двигаться. Давай за работу. Так, тихо-тихо, не командуй, мадам. Не командуй. Сейчас попробуем вначале кого-нибудь здесь увидеть. Давай спрыгнем, пройдемся тут. Что тут вообще? Какая-то трасса гоночная. Ты только глянь, реально гоночная трасса. Офигеть. Опа, а что это там висит? Ого, здесь гравитационное поле, что ли? Смотри, как камни тут летают. Блин, классное местечко. А ну-ка, это что у нас такое? Ага, здесь, возможно, что-то будет. Непонятно пока. Ладненько, пойдем активируем генератор, посмотрим, что с нами произойдет. Надеюсь, нас не сожрут эти ртутные слаймы. Так, Боб письмо какое-то написал. Ну что, жмякаем. Опачки. 3, 2, 1, ёкарный! На старт, внимание, за работу! За минуту надо найти зарядные станции, чтобы подзарядить энергии. Так, так, блин, просто встать на них. Опа, встал. Смотри-ка. Что, дальше за ними, что ли, бежать? Есть, прошел. Первый круг прошел. Это энергия, чуть не улетел. Вон они, вон они, вон они, смотри. Так, тихо, тихо, тихо. Что мне делать? Мне в них стрелять надо же. Вот так вот. Плорты сами будут собираться. И ты посмотри, как тут все прикольно вообще. Так, а если я захочу плорты собрать? Ага, они сразу же исчезают. Да, плорты, кстати, собираются мне в карман автоматически. Вот это круто. Так, еще энергия. Забираем. И быстрее за ними бежим. Стреляй по слаймам! О, второй круг пройден. Вот, блин, по ним еще и попади называется. Блин, какой я кривой. Давай, беги. Догоняшечки. Блин, да сюда машинган надо. Ты посмотри, сколько их там бегает. Блин, и долго я за ними буду бегать. Они похожи на кроликов, за которыми я бегаю и по ним луплю. О, что это такое? Давай возьмем. Медленная зона. Давай-ка попробуем, что это за медленная зона. Вон туда кидаю. Вот так вот. Они сейчас должны замедлиться. О, смотри, как они там медленно бегают. Тик. Ребята, куда вы? Тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, сколько их там бежит. И просто все в воду падают. Ну, конечно, я неудачно сделал замедленную зону. Ёкарный, сколько их, глянь! Жесть! Надо замедленную зону здесь поставить. Блин, что, все что ли? Я не успел? Ну вот, ты видел, он просто в стенку влетел и исчез. Блин, я нифига не собрал 50 плортов ртутных. Ладно, пойдем-ка вернемся на старт. Посмотрим, что скажет Моти. Блин, ну прикольная зона. Мне понравилось с этими ртутными слаймами тут порассекать. Так. Моти, Моти, Моти. Смотри, здесь можно сдать либо десяток плортов, либо 150. Ну давай десяточку сейчас скинем. А хотя все сейчас скинем. Ой-ой-ой, как деньги сыпятся. Я все плорты сдал. В итоге у меня получилось 45. Давай нажмем на кнопку. Мне что, серьезно надо повторять? Используй телепорт в Шуструю долину. И давай уже стреляй в ртутных слаймов электрическими зарядами. Так я и так стрелял, ты попробовала бы сама в них пометиться, пострелять, они такие шустрые. Как только генератор включится, иди и вкалывай, пока он не зарядится снова, а потом возвращайся и берись снова за дело. Спасибо, Кэп. Пойми, ты мне для этого дела не нужна, я могу с легкостью справиться с этим сама. Ой, какие вы деловые. Просто иди и сделай это, ты ведь хочешь, чтобы тебе платили, не правда ли? Я деньги, конечно, люблю, но вот с такой вот моти-поти я что-то работать не очень хочу. Ладно, что ж. Где я еще могу встретить ртутных слаймов, как не у тебя на ферме? Казинь. О, давай вот сюда, в этот телепорт зайдем. А, понятно. Этот телепорт ведет на ту же трассу, где ртутные слаймы бегают, но немножечко в другое место. Ну что ж, давай попробуем нажать. Активировали. 3, 2, 1. Где? Где? Где эти слаймы? Ищем слаймов. Они сейчас должны появиться где-то. Ждем. Ну, где же вы слаймы? Опа! Блин, да чё ж я не стреляю по ним. Давай, давай, мейте, мейте, мейте. Энергия, накапливайся быстрее. Ай, они еще и бомбят, ай-яй-яй.
Тихо, бомби-то не бомби по мне. Получи, толстый. Вот так вот, и тебе тоже. И тебе тоже. Джетпак, взлетаем, энергия еще есть. О, вот эту надо, надо. Хватай ее, отлично. Статичный, прилипало. Попробуем сейчас зарядить. Ловите, чуваки. Есть, поймал нескольких. Сейчас еще надо парочку найти. Так, короче, статичный прилипало я оставлю для себя. Когда будет побольше слаймиков, когда их прям гора побежит, я в них как пульну. Вон еще статичный прилипало, смотри. Давай возьмем. Энергия кончилась. Просто фейловый фейл, в воду влетел. Ребят, привет, я там такое видел. Вы не поверите. Так, быстренько возвращаемся на ферму Моти. Моти, я вернулся, там фейловая ситуация получилась. Не апгрейдили мою пушку. Вот сюда взлетаем. Ребята, вы что, все еще бег... А, нет, они исчезли. Надо заново заряжать генератор. Активируем. Тик. Угонь. Берем патрончики. Так. Будем бежать против движения. На, получай. Вон их сколько, смотри. Вот так вот, получай. Ай, тихо, не бомбите по мне. Смотри, сколько их тут, просто пипец. Что это такое? Что это полетело туда, в космос? О, они тут все появляются. Тихо. Смотри, сколько у меня заряды закончились. За ними бегать. Вот эта штука мне нужна. Еще вон та штука мне нужна. Огонь. Просто стой вот так вот и стреляй. Как в тире. По движущимся мишеням. Пиу. На тебе. На. Ай, мимо пролетит. Да где ж у вас куча-то целая? Ой, одна секунда. Блин, не успел добежать до зоны. Что ж такое-то? Ладно, пойдем активируем еще раз генератор. Нажимаем. И поехали. Поехали, где же вы? О, вот это надо взять. Бром. Ну, кто на меня бежит? О, блин, что я делаю? Энергию хватаем. Перелетаем. Вон ту штуку надо взять обязательно. Она мне сейчас пригодится. Давай. Взлетай. Да блин, не хватает силы энергии. Да, есть, еле-еле. Берем время. Так, смотри, что мы сейчас сделаем. Встаем вот здесь и врубаем вот так вот. Вот так вот, это-то я понимаю. Все тормозим, ребята. Не превышаем скорость, опять лорд выплюнул. Не превышаем скорость, здесь медленная зона. Аккуратненько. Все, блин, зона закончилась. Надо бежать теперь. Собирать всякую другую лабудень. Во, удар грома. Новая какая-то фича. Давай попробуем вон туда. О-хо-хо. Вот это мощно, слушай. А, закончилось уже. Так, тихо, ребята. О, отлично. Хватаем. Снова минута есть. Минутка, это хорошо. Сократим путь поверху. Попробую их нагнать. Смотрите, там и этот есть. Сокровищница. Блин, ребят, у меня энергии столько нету. Вы чё так быстро бегаете? Оу, сзади меня сколько их, смотри. Вот так вот вас нафиг. Все, время закончилось. Ну вот. Я собрал 128 этих ртутных плордов. Фух, ну это было потненько. Слушай, носиться за ними это просто такой угар. Быстренько сейчас подбегу к скайпу, сдам все, что у меня есть. Ну вот, я и набрал 150 плордов. Юху! Так. Что мне скажет Моти? Моти-поти. Черт подери, я не думал, что ты справишься со сбором достаточного количества плортов, чтобы получить первую награду. Ну, уговор дороже денег. Хе, не думала она, я-то вообще профи. Моя дополнительная услуга принесет тебе вдвойне больше нью-баксов за сдачу плортов на маркете. Но слишком не радуйся,
Это не так часто будет происходить, я не так уж и щедра. Ну вот, ты меня вначале обрадовала, а потом разочаровала. В том-то все и дело, Беатрикс. Тебе надо научиться здесь самой заботиться о себе. Блин, а я 51 день что делал? Как только ты оказалась на беспредельном запределе, никто из домашних тебе не сможет помочь. Даже если бы они этого хотели. О, Кэп, спасибо тебе. По крайней мере, я так думаю. Это объясняет, почему никто не отвечает. Я имею в виду, это ведь так далеко, не так ли? Конечно, мы с тобой на другой планете как бы. А кто тебя вообще, собственно, спрашивал? Ты вообще понимаешь, как занят мой отец, управляя самой большой технологической компанией в галактике? Да что ты вообще знаешь об этом? Полегче, мадам. Хватит об этом. Давай вернемся к тому, зачем ты здесь, к твоему заданию. Наша сделка — продолжай собирать эти ртутные плорты, а я буду тебе платить за это. Ну, в принципе, нормальная сделка. А если ты соберешь достаточно, следующее вознаграждение будет секретная технология для повышения куриной продукции «Курятник Делюкс». Ого, нифига себе. Нафига мне этот курятник Делюкс? Мне-то своих хватает вполне. Итак, принимайся за дело. Окей, босс. И чё в этот раз? 450 плортов. Я получу курятник Делюкс. Знаешь что? Вот-вот, пожалуйста, забери остатки. И пока на этом все, потому что мне нужно принять душ. Я что-то слишком вспотел, пока бегал за твоими ртутными слаймами, между прочим. Так, все, надо отдохнуть. Ну вот, пушку забрали. Так, здесь зону еще не открыли? Нет, не открыли. Я так хочу туда попасть. Там вон ферма этой Моти-Поти. Эх, наверное, там круто. Ладно, возвращаемся к нам домой.